Это антифриз. Откуда много? Из машины ведь? Ну, конечно. Или это все ты написал? Можно? Вот сюда, да, можно. Вот это диск. А вот тут вот. Видишь? Пришлось варить, вываривать. Это вот внутренность помпы бэушной. Это радиатор, в смысле, это точно. Такая деталь. Линфердер, мать его. Дед. А. Это что? Здесь маленькие дырки. Они вроде какой-то, вроде нет. Почему здесь маленькие дырки? А там нет вообще дырок. Так. Короче, там была дырка. А это оплетка, видишь, выхлопная труба идет. А зачем? Зачем здесь дырки? Чтобы меньше шумело. А вообще надо Димке вопрос задать. Ее надо мне. Я, по-моему, обычно где-то смотрю сюда.